Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Скельтор, и это четвертый выпуск моего проекта метро СПБ в Майнкрафте. Ну что же, в сегодняшних обновлениях я построил станцию метро Удельная. И вот, и давайте, конечно, приступим, посмотрим, как она, в принципе, выглядит. Итак, и перед этим я еще построил, так сказать, стрелку, да, такую вот у нас метрополитеновскую стрелку стандартную. Хотя это не стандартная, она, в принципе, получилась довольно-таки большая и отличается от остальных, то, что тут у нас такие вот имеются сквозные проемы. Ну и, в принципе, почти все, да. Вот, то есть... Ой, тут блок поставим. Вот, то есть поезд доедет, допустим, с Удельной в Озерки, то есть вот там вот в Озерки. И тут он проезжает мимо этой стрелки. Ну и, в принципе, все. Давайте еще посмотрим внутрь стрелки. То есть заедем туда. Вот, то есть переключаем, допустим, рычажок туда. Поезд поворачивает, естественно, туда. Едет, едет, едет. И вот, и, так сказать, выравнивается с путем и едет прямо, 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 доезжает до тупика. И, в принципе, он тут разворачивается, допустим, машинист пересаживается, хотя все-таки неправильно сделал, нужно было вот тут где-то вот сделать, так сказать, ну, стрелку саму, где поезд едет на тот путь. Ну, ладно, я переделаю, конечно же. То есть, вот поезд едет, едет сюда вот, машинист, допустим, пересаживается в первый вагон, вот, и тут у нас, допустим, он пересел, допустим, и поезд едет, поворачивает сюда вот. Едет, конечно же, прямо, уже только на другой путь едет он, допустим, не с Удельной, а уже снова на Удельную едет. Итак, в принципе, вот вся суть этой стрелки была. Вот, туннель никак не изменился, в принципе, таких вот обновлений у нас нету. Ну и давайте посмотрим, конечно же, саму станцию. Вот, что-то заикаюсь сегодня. Вот, вот так у нас выглядит сама станция метро Удельная. Вот, железнодорожная станция Удельная. Да, вот наверху над нами, допустим, еще железнодорожная станция. Вот, как в реальности. Ну и что ж я могу сказать, она, в принципе, ничем не отличается от озерков, вот, ну почти ничем. То, что тут у нас имеются такие вот скамеечки, вроде бы на озерках я тоже их поставил. Также я тут еще поставил указательные надписи, вот, ну денег я вроде их не ставил еще, точнее на озерках. Вот, тут у нас, допустим, справа, допустим, Купчино, поезд едет на Купчино, а слева поезд едет на Парнас. Вот, ну Купчино еще не скоро будет, наверное, только летом построю вторую линию полностью. Вот, то есть у нас конечная станция будет. Такое вот у нас освещение еще интересное. Вот. Такое вот у нас освещение. Выглядит довольно-таки прикольно и приятно. Вот, такие вот у нас стулья сами. Ну, станция получилась, по крайней мере, светлая. Вот когда я начал строить, я думал, что она вообще темная-притемная получится. Но получилось как-то так, более-менее светлая. Вот, наверное, имеется по стандарту рекламка. Вот надпись типа Удельная. Кстати, в зеркалах выход на улицу с той стороны, то есть где... эту штука большая, вот, а на Удельной там с другой стороны, то есть с этой стороны, вот, в сторону движения поездов на станцию Купчино. Ну и, в принципе, это были все обновления в моем метро. Вот, следующий выпуск будет про станцию метро Пионерская, так что я думаю, станция Пионерская и Черная речка, сразу же выпущу эти две станции, ну, выпуск про эти две станции, потому что они уже, в принципе, очень похожи, и вам, наверное, надоели уже такие вот станции. Вот, ну а Петроградская, там что-то у нас, Петроградская, Горьковская, они уже будут про отдельный выпуск. Ну что ж, спасибо, кто смотрел, с вами был Скельтор, всем удачи и всем пока.